красота. Почему не было этого брифинга? Я хотел пока сказать, где кому расположиться. Ну, сейчас скажи. Ну, блядь, сейчас уже поздно, погнали. КВ работает. Если я где-нибудь лягу, ты меня будешь защищать, пошли. А я думал, мы встретим их. В смысле, я сатанист. Я думал, мы встретим будущее. А я сатанист. Понятно. Сейчас, сына возьми. О, у меня, слышишь, у меня Аксюха, кстати, это круто. Повезло. Ну да. Аксюха нас обучает патроны. Просто ладно, полетели, короче, давай, давай, полетели, ворот. Давай, полетишь. Сейчас будет плохо, короче. Бензина нет, я говорю. Так в миссии написано, что кто-то слил. Так, тут смотри, короче, есть полоска, это... А что, двигаться, чтобы защищать? Нечего двигать. Нам надо просто выжить. Все. Полетели, разобьемся. Что происходит? Просто. Пусть работает. Упарывайтесь. Пошли ляжем где. Хорошее предложение. С любой не наук. Все плохо. Главное в тумане долго не переубивать. У нас есть рации, лол. Да. Юг и деревня. Юг. Юго-запад. Ты у меня пролагиваешь. Паша, ты тут? Да. Репит. О, бегу. Все, мы пришли. Чего? Паш. Че? У тебя рейф-пати, да? Да. А меня в поблизости нашли. Он долетает. Это тыква какая-то? Вообще, да. Я не обратил внимания. Еще там война? Прощайте, друзья. Да, война, огородный. На самом деле не лучшее место, чтобы спрятаться, но все равно... Дверь закрыть? Только на колени садись. Надо. Сломаешься. Лютый. Вот как надо прятаться, ребят, вы не умеете. Да. Отсюда стрелять можно, Паш, ты ничего не понимаешь. Я знаю. Я так и останусь. Ты не приседай, только сломаешься. Вернее, дверь не открывай на приседе. Да? Да. Бред какой, господи. Ты ногой не провались только. Да я уже там. Двумя. И ладно, я пойду займу место. Удачи. На юге. Враги охуеют. Я думаю, они не удивятся.
В оранжев. В деревне кто-нибудь жив? Враги жив? Наш лагерь. Тут КВШ подняли. Мне кажется, враги сейчас убьют наших бойцов и от скуки перемочат друг друга. Под... А кто возле берега нашего бега есть? Возле берега нашей. Эпикс. Я все еще жив. Паша? Да. Может, они забили? Может. Может, они вертолет просто украдут? Это на востоке? Да. Слышу натовские стволы. Угу. Кому-то там конец приходит. Ему пришел конец, НАТО. Репит жив был. Да ну, репит. Мы думали, ты все. Мы сами тоже. Ты в той же хрени сидишь? Меня гранатой накрыли, я через дверь не могу открыть. Меня сейчас подстрелят. Убил. Того подонка? Да. Еще 10. Что-то я потерял где? Меня тут не пристреливают, она сейчас на 3 часа. Теперь я их слушаю. Ищигар, масленок. Масленок, брок. Масленок. Ой, зря я это сделал. Свой. Тут ко мне один полз. Ползающий.
Я его по шуршанию слышу. А бизон хорош. Да, неплохо. Больный, что? Вернее, болезненно. Короче, вообще бегло ползло. Ба. Пипекс. Память ставь на себя место. Дедрок. Паша, ты буру идешь или нет? Да. А с каких пор у тебя рюкзак? Точнее. У тебя нет его или есть? Убил. Пипекс перезашел. Заслу, дорога. Ты убил меня. Враг. Убил Питекса. Кто бегает сейчас? Я, видимо, возле ТВ вышки. Наверху ты прям на холме, да? Да. Хорошо, это ты. Я его куда понесу. Закапал за вас. Так, кочега просто прикинь, Саша. На нашей КВшке сидит. Первый путь и самосленно, тоже на какой-то. Ребят, ну к этой, к домику лесника идите, что вы тут тянете? Бля, да ты на моей КВшке сидишь. Ты на нашей КВшке сидишь. Нет. Да. Что, у тебя ноги перебиты? Да. Сзади. Ой, нет. Зачем? Так, не стекает кровь, нет? Блин, нет, не могу. Ладно. Нет, медки-то. Я иду. Есть? Кто это? Ты где, Лемофьон? Это я хочу посетить тебя где-то. Чё-то не хочет. Ну ладно. Модуль не подключен, значит.
Теперь не буду хвастаться. Так, все, кто там враги, слушайте, ориентируйтесь по гранате. Так, тебя подрываю, если на ней в меня прилетит. Я тоже. Паша, отводи ребят. Уже отвел. Пожалей, Брока. Пожалел, он ушел за камень. Тустонь. Ты где? Я тут за камнем. А? А ты наверху что ли? На камне? Я что-то не вижу тебя вообще. Я там где-то. Репит, посмотри, где Пипик спрятался, как он там лежит, это просто дичь. Здесь. Ну где он прятался? По сортире. Если до сортира доползли, посмотрим, как он спрятался. Грок. Что? Что у тебя ствол? А, М14. А не пиздишь ли ты? Нет. Бля, а как я никого не убил-то? Как это? Только их заметил, он двое.